который обладал бы такой способностью всемирной отзывчивости, как Пушкин. И эту способность я называю главной особенностью нашей культуры. Разумеется, здесь никакого предпочтения русской культуры перед испанской, немецкой, французской нет, но Достоевский специально говорит, что самая сущность российской культуры состоит в том, чтобы, снова цитирую, воплотить в себе с такой силой дух и гений соседнего народа, всю затаенную глубину этого духа и все его призвание. В русской культуре тема понимания другого, и в частности тема понимания исламской культуры, имеет очень давние корни. Я только приведу одну цитату из другого великого русского поэта Михаила Лермонтова. В своем известном стихотворении «Валерик» он описывает битву во время Кавказской войны. И вот что его лирический герой говорит: «Я жизнь постиг, судьбе как турок или татарин, за все я равно благодарен. У Бога счастья не прошу и молча зло переношу. Быть может, небеса Востока меня с учением их пророка невольно сблизили». Вот о чем говорит Лермонтов. И это очень важно понимать в тот момент, который сейчас наступает во взаимодействии наших культур. Крупнейшей литературной премией в России последних лет является премия «Большая книга». Очень показательно, что здесь присутствует и будет говорить Шамиль Идиатуллин, один из финалистов премии «Большая книга». Очень показательно, что несколько лет назад эту премию получила Гюзель Яхина, известная писательница из Казани, которая тоже рассуждает в своей книге о том, какие процессы проходили в исламских регионах России, в тех регионах, которые традиционно связаны с мусульманской религией. Россия многоконфессиональная страна, Россия одна из крупных мусульманских стран, и это на минуту не надо забывать, и это создает добрую основу для наших взаимодействий. И, наконец, вторая моя мысль – это перечисление некоторых конкретных путей к культурному взаимодействию наших культур. Я работаю в крупнейшем российском музее литературы. Литература для России имеет особое значение, мы это прекрасно понимаем. В России более 400 литературных музеев. Наш музей имени Владимира Даля – самый крупный из них, в нем около миллиона музейных предметов. И мы по всему миру устраиваем мероприятия и научные, и культурные, и выставочные, связанные с взаимодействием русской литературы с другими странами. Я думаю, что мы можем принять участие и во взаимодействии между культурами Российской Федерации и Саудовской Аравии. Еще одна очень важная идея отсылает нас к работе так называемого Института перевода. Это общественная и научная организация, созданная по инициативе Федерального агентства по печати и массовой коммуникации. И за последние годы реализованы десятки проектов не только по переводу отдельных классических произведений на русский язык и наоборот с русского языка на другие языки, в том числе, разумеется, на арабский язык, один из мировых языков, но и другие крупные проекты, из которых я бы выделил проект «Русская библиотека». О чем идет речь? Речь идет о том, что нам нужно ближе узнать друг друга, в том числе и через культуру, в том числе и через искусство. И вот в последние годы экспертная комиссия Института перевода занимается составлением многотомников русской литературы, предназначенных для перевода на мировые языки. Такая комиссия по арабскому языку тоже существует, наряду с китайским языком и американским языком, и английским языком, в частности, библиотекой, адресованной Соединенным Штатам Америки. Мы хотим, чтобы великие русские классики были известны
людям, живущим в Саудовской Аравии, людям, которые интересуются русской культурой. Обратный процесс тоже совершенно необходим. К огромному сожалению, у нас не слишком известны имена Аль-Ансари, Муна, Насифа, Кашифа Хафиза, Раль-Мансура, Ибн Идриса и других представителей литературы народа Саудовской Аравии. Мы очень бы хотели, чтобы этот культурный обмен шел интенсивнее. Здесь можно было бы задействовать не только ресурсы музеев, но и ресурсы образовательных учреждений, университетов. Мы надеемся, что начиная с исторического момента, этот культурный обмен пойдет интенсивнее. Мы сделаем все для того, чтобы этот обмен имел успех и имел конкретный результат, что будет способствовать стабильности и развитию отношений не только между двумя нашими великими странами, но и стабильности в нынешнем глобальном мире. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Дмитрий, но я от себя тоже один вопрос задам, если позволите. Вот вы все-таки как директор Российского государственного музея истории российской литературы имени Владимира Дали, можете сказать, мы технологически хорошо экспортируем свою культуру? Умеем ли мы это делать? Те инструменты, которые вы сейчас обозначили, они действительно очень хорошие, но мы умеем ими пользоваться на Ближнем Востоке? Экспорт нашей культуры. Вы знаете, традиция... Двигается правильно? Спасибо за вопрос. Традиции экспорта культуры или продвижения культуры очень разнообразные. Мы знаем разные примеры. Китайская культура, например, экспортирует себя через язык. Институты Конфуция идут впереди технологии. Японская культура экспортирует себя через технологии. Я думаю, что если говорить о русской культуре, то продвижение ее средствами искусства – это один из важнейших путей, потому что когда мы произносим имя нашей, название нашей страны, Россия, неизбежно возникают Достоевский, Толстой, Чехов и так далее. Я думаю, что в случае русской культуры, повторю, вот этот путь продвижения нашего языка, наших ценностей, лежит через популяризацию русской литературы. Мы не всегда этим пользуемся достаточно интенсивно, но вместе с тем, что касается нашего музея, а в него, кстати, входят музеи Достоевского, Чехова, Брюсова, Пастернака, Солженицына и других русских писателей. Что касается нашего музея, то в последние годы мы реализуем проекты на территории десятков стран. Пока, к сожалению, не в Саудовской Аравии, но, может быть, и этот момент наступит. Thank you. أنا أعتقد كمان إني مهم هذه الزيارة مهمة إن نستغلها في مو فقط مجال الترجمة ما لديكم والترجمة للي ما لدينا لكن كذلك للابتعاث إحنا في جامعات المملكة العربية السعودية عندنا كليات اللغات والترجمة وممكن عن طريق هذه الكليات نكون برنامج على مستوى عالي للابتحاث للبلدين وهذا كمان مجال للتعرف عن الثقافات بيننا الآن إذا ما في أي تعليق أوكي. الدكتورة نورة اليوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف أتحدث اليوم عن العلاقات الاقتصادية سوف أتحدث اليوم عن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية ولا أستطيع التحدث عن الاقتصاد بدون ذكر رؤية 2030 التي ترسم أهدافا مهمة للتحول الاقتصادي السعودي
سأبدأ بأهداف رؤية 2030، وأهم هدف لهذه الرؤية هو التحرر من النفط، خفض الاعتماد على النفط في المملكة العربية السعودية، حيث مثل الإيرادات النفطية مثلت أكثر من 90% من الإيرادات السعودية، وهدف الرؤية أن تخفض هذا إلى 31%. ومن ضمنها ولتحقيق ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، وتحسين وضع السعودية، حيث المملكة العربية السعودية تمثل واحدة من أكبر اقتصاديات العالم العشرين، ورقم 19 في دول العشرين، وتهدف الرؤية إلى تحويل من 19 إلى 15%. أيضا تهتم السعودية بتطوير مصادر الطاقة الأخرى، من مصادر الطاقة البديلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالإضافة إلى إنشاء أو مفاعلات نووية للتحويل إلى الطاقة البديلة. من ضمن النقاط المهمة في رؤية 2030 هو تخصيص 5% من أرامكو، تحويل 5% منها إلى القطاع الخاص وإلى بيعها في البورصة، وهذا سيعمل كثيراً على دخل الصندوق السيادة، صندوق الاستثمارات العامة، ويمول هذه الأهداف. هناك صندوق سيادي، أو تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي من خلال بيع 5% من أرامكو زي ما ذكرت، بأصول تقدر قيمتها بترليوني دولار. ومن ضمن الأهداف أيضا والتي نواجهها من إحدى المشاكل الاقتصادية اللي هي البطالة، فتهدف الرؤية 2030 إلى حل مشكلة البطالة، وذلك بزيادة مشاركة المواطن السعودي في القطاع الخاص، حيث نسبة كبيرة منهم يتوظفون في القطاع الحكومي، وخفض البطالة من 11.6% إلى 7%. من ضمن الأهداف اللي هو تحقيق الرقي بالمرأة في المجتمع وفي العمل وفي مجالات كثيرة، سترتفع مشاركة المرأة من 22 إلى 30%. ارتفاع مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35%.